Это чей канал? Нету никого. Ну все, сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить. Ага. Добрый день. Добрый. Я из Санкт-Петербурга, вы откуда будете? Из Киевской области. Понятно. На чем беседуете? Может, вопросы есть какие у вас? Ну, у меня один вопрос. Когда уже нас освободят? Ну, не знаю. Вы сами должны принять решение. Вообще, нас приглашали Луганской и Донецкой Народной Республики. Пока украинскую армию не разоружим, вот будет продолжаться. Да. Короче, что у вас там пропадало немножко? Ну, я кажу, что ніколи. А, ну вам можно. Ви ж розумієте? Ви ж розумієте, год назад у нас яка була армія, тепер зараз яка? Ну, год назад була, да, сильная армія. Сейчас уменьшилась, да. А вот сейчас уже послабже чуть-чуть. Неправильно. Ну, почему неправильно? Наоборот. Наоборот. Это вам так кажется. Во-первых, очень много погибших профессиональных военных. Вот, это раз. Это очень трагично. Ваших, да. Ваших, да. У вас мобилизация, мы знаем. Но у вас... А у них мобилизации нет. У нас мобилизация, а у них нет. У них только добровольцы ходят в армию. Мобилизация уже больше года идет. У вас мобилизация, потому что ваши... Доблесні воїни загинули ще під Києвом, під Сумами, під Чернігом і так далі, і тому подобне. Що під Києвом, Сумами, Чернігом, що вони зробили? Вони відійшли оттуда, да? Згинули? А, ні, ну... Померли. Там були погибші, звісно, але не так багато, як вам розповідають. Діло в тому, що із Київської, Чернігівської, Сумської області наші воєнні відійшли. А ваши зашли уже тогда, когда там никого зачем? Не было. Зачем? А почему они отошли? Расстроилась, что отошли. Тебя не освободили? Ну, побежала бы за ними тогда. Ну, потому что изменились планы. Планы изменились. Вначале планировалось... Ваш царь думал... А ваш царь думал, что Крым вернется через 2 года. А что не вернулся Крым? А у вас какие планы теперь? Что, у вас планы поменялись? Вы шарали, что моста не будет, Крым вернется. Поменялись планы, нет? Про планы поговорим? За 3 дня взять Киев, тогда раз, поменял свои планы. Нет, за 3 дня никто не собирался брать Киев. Я понял. Да. А что уперлись? Ну, за три дня у нас никто не говорил, что возьмут Киев. За 3 дня это давали сроки американские эксперты, говорили, что российская армия может дойти... Нет, это ваши. Наши не говорили никогда такого. Это ваши пропагандисты. Нет, это вам по телевизору рассказали, что наши говорили. На самом деле это не так. Серьезно? Да. Никто у нас не говорил, что возьмет Киев за 3 дня. Никто вообще не говорил. Из официальных лиц, да, конечно, из чиновников, депутатов никто так не говорил. Американские эксперты сказали, что российская армия может дойти до Киева за 3 дня. А мы зашли за 1.5. За 1.5 дня взяли Киев. Вы молодцы. Слышат то, чего не говорят. Дошли до Киева. Я же вам говорю, американские эксперты говорили, что дойдем за 3 дня. Мы дошли за 1.5. За 1.5 взяли Киев. Да, блядь, 3 раза сказали, дошли до Киева. За 1.5 взяли Киев. Ни русский не знает, ни украинский язык. Да не взяли, а дошли. Вы не слышите, да? За 1.5 дня дойти до Киева, дойти. Американцы говорили, что за 3 дня дойдем, да, дойдем. Дошли за 1.5, да? Молодцы. И где вы сейчас? Ну, сейчас, собаци, да. Под хвостом? Сейчас. Собаци под хвостом? Нет. Как же эти нарративы у них, блин, в башке застряли и не могут от них избавиться. Сейчас уничтожаются ваши войска в Донецкой, Луганской областях. А Киев за 3 дня? Но Киев за 3 дня никто не говорил брать. Вот вы нашли в интернете, посмотрите. Вы же запрос отправили. Киев за 3 дня. Так, кто говорил? Миле.
Или как? Скобеева, три. А, Скобеева. Сначала почитала, что американский генерал говорил. Так, неинтересно, подождите. Нет, а найди мне, как Скобеева сказала, пожалуйста. Скобеева, она кто? Она, Скобеева, это генерал-майор. Генерал-майор воздушно-десантно-морских пехотинных танков. Ага, вот, летчица, профессиональный землекоп. Да, вот, вот, Скобеева сказала, вот, да, тут полное звание. Вот она сказала. За три дня Киев. О, Скобееву Олечку вспомнили. Смотрите ее, да? Генерал Милли сказал 2 февраля. Конечно. Это моя любимая журналистка. Отлично, отлично. Ну, так когда... Она будет первая в Гагаге, да, будет. В Гаге. В Леди Гаге она будет. Первая. Зайдет в нее, выйдет там, приберется. Да-да. В Гаге, да? В Леди Гаге. Так, и как... что она говорила про три дня? Она говорила, на три дня, не найдете вы меня. И все, и уехала отдыхать. Она же на самом деле достигнута была еще в апреле и мае. Уже тогда не было. Что, Олечка не говорила? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а кто еще говорил? Да не, она сказала, она повторила этого генерала. Это ваш телевизор говорил, наши никто не говорил. Это ваш телевизор говорил. Так давайте, найдите. Ну, у меня говорящий телевизор. У меня телек разговаривает, я его даже не включаю. А он со мной разговаривает. Ну, я с утра встаю, а мне телевизор. Киев за три дня взял? Че ты орешь-то, бля? Ничего я не брал. На, забери обратно. Пристал ко мне, брал, не брал. Ничего я не брал. Найдите, найдите, давайте посмотрим вместе. Так, Олечку Скобееву вы найти не можете, да? Давайте, кого следующего будете искать? Соловьева. Ищи Соловьева. Скажи, Соловьев за три дня в Киев. У вас же... Юлюшка ваша. У вас же Ютуб американский. Ваш Юлюшки. У вас же Ютуб американский. А у вас не американский? А у вас не американский? А у нас украинский Ютуб. До побачення. Заходите, как бы. В ушах у вас сидить. Це у вас в ушах сидить. Бе, ты Олечку нашла, нет? Вы найдите, найдите за три дня, кто говорил-то. Зачем вот вы... Американский генерал Милли в случае вторжения России в Киев может пасть за три дня. Это генерал Милли сказал 2 февраля. Твой зомбоящик, он вам рассказывает. А проверить вы не можете, что у нас никто так не говорил. Есть? Ну вот ищите, ищите, я подожду. Мы не ждем. Показывай давай. Или американцы удалили из интернета информацию. Напомню. И американцы Олю удалили. А-а-а, все пропало. Так, Скобееву не нашли. Кого дальше ищите? Ищи Соловьева. За три дня. Кто же у нас говорил? Ох, интересно как. Да Соловьева ищи. Пипец, она сейчас вляпалась, короче. Нарративы из телека накидала, не находится, а найти да? не может. Как... Очень интересно. Зато каждый украинец знает про Киев за три дня. Прикинь, мать, что происходит? Как так? Неужели телевизор обманул? Нас что, телевизор обманывает? Пойду выкину, суку. Что ж такое? Не находится, да? Евгений маслица подливает чуть-чуть. Может, может Владимир Вольфович Жириновский говорил? Да не, успокойтесь. Сейчас, подожди. Да я подожду. Сейчас, подождите, я до Арестовича дойду. Так, Люся, ёпта, ты мне что сказал? Иди сюда, нас. Пошла. Идите, может, кто-то вам поможет найти. До Арестовича пошла. Так, где ты тут нашел? Покажи мне, тыкни. Да... Зомбоящик это такое. Он вам расскажет. Короче, самоусунулась. Самоусунулась, короче. И стоит там, слышишь? Так, и за дверью стоит такая. Время истекло. Ну когда же он 8:05. Уйдет? Уже? Ну уходи. Минут прошло с начала разговора. Примерно. Ну что?
Вы где там? Эй, вернись за три дня. За три дня вернешься, нет? Возвращаться-то собираетесь? Че искать-то пошли? Не, ну... Пошла в Киев за три дня, да, говорит. Сейчас я до Киева дойду, проверю. Никуда не уходите, я пойду проверю. Можно за полтора дня до Киева дойти или нет? Блять.